Всем привет, ребятки, мы продолжаем играть в Total Tank Simulator. Мы продолжаем на том месте, собственно, где мы закончили в предыдущей серии. А мы закончили на том, что мы так и не смогли пройти этот уровень. Мы как бы его прошли, но он забагался, там баг произошел, у меня просто танк... Короче, камера танка улетела, и все, я не смог ничего больше делать, просто игра баганула. Вот. Я сказал то, что, ну, вдруг кто не смотрел предыдущую серию, во-первых, посмотрите, но если не смотрели, то вот немножко расскажу. Я сказал то, что мы начнем с конца вот этого уровня, вот, собственно, конец, мы уже бомбардировщик Б-29 уничтожили. Сегодня вообще будем проходить первых два уровня американской кампании, но нужно... А, нет, стоп, какой американской? Германской, немецкой, нацистской. За немцев, да. Американцы потом аж идут, по-моему. Короче, да-да, за Германию, все правильно. Нужно, правда, сначала вот этот уровень пройти. По мне он гасит, капец. Воу-воу-воу-воу. По мне попали. Ну, я нажал, чтоб чиниться. Давай чинись, блин, быстрее. Нам надо за холм заехать. Хо-хо-хо-хо-хо, мы тут под обстрел попали, жесткий. Угу, мне снесли башню. Но наши уже едут на подмогу. Вот здесь вот сейчас мы просто встанем, да и починимся. И вынесем всю вот эту вот мелкоту. Все, чинимся. Давай-давай, быстрее чинись. Вот, все, топчик. А, может вынести... Не, самолет не надо выносить. Лучше аэродром вынести. Блин, я что, не попал? Вот гадство. Ну, меня вот эти зенитки не пробивают, так что можно за на них забить просто. Так, вот надо аэродром вынести. Но же горит. Потом уже и пушки можно вынести. Все, первый уничтожен. По второму начинаем мы гасить. Все, он уже горит, сейчас мы его вынесем. Блин, я вижу пушку, можно вынести пушку. Давай-давай, остановись. Остановись, блин. Так, что мы сразу две цели вынесли, вы это видели? И танк, ой, танк, и аэродром вынесли, и артиллерию тяжеленькую нашу, нелюбимую. Мы уже 110 попаданий выдержали. Жестко. Так, еще минус. Ладно, давай теперь мелкотой займемся. Хотя нет, сначала аэродром. Ну, аэропорт, как хотите, так и называйте. Все, минус. Вот, первая наша... Цель. Блин, промахнулся. Зенитка. Короче, ладно, с вот этой давайте начнем. Она поближе будет. А то там где-то за холмом спрятана. Хрен еще попадешь. Ой, блин. Хотя подождите, может тут еще что-нибудь опасное стоит. Да, вот еще у нас артиллерия. Вот, блин, а. Она так напакостила. А все, ее вынесли. Топчик. Топчик. Минус. ИС-2 просто топовые, видите, танки. Давай, пли. И последняя хреновина. Умри. На. Нет, конечно, еще много всего тут живого есть. Но нам главное, походу, зенитки, да? Да-да, вот они. Подобивать. Самолеты еще пофиг, короче. Блин, свой вынес же своего, и вот придурок. Хотя я тоже так бывало нечаянно делал. Так, мы прям, вы видите, как смогли вынести зенитку с вертушки. Давай, башня, крутись-то. Пока. Где-то еще одна? Нет. Все, это конец. Soviet Campaign Completed. Короче, мы прошли в ТТС Демо 4 первую советскую кампанию. Все, окей, main menu. Прошли, прошли. Да, прошли. Теперь приступаем мы к... немецкой. Ну, давайте начнем. О, кстати, операция Барбаросса. План Барбаросса — это вторжение в Советский Союз. Давайте приступаем. Какой у нас здесь немец нарисованный. Так, и вот. Вот начало. Я хочу посмотреть, что нам вообще тут доступно. Ультра Хэви Маус. Ни хрена себе. А против кого мы? Против Советского Союза? Да, ох ты ж, ёпер СТ. Вот это тут силы, блин, ну, у русских. Хотя, БТшки, ну такое. У нас 16 тысяч, это много, это много. Так, королевские тигры.
Выставляем их. Раз, два, три, четыре, пять. Очень много третьих пазиков. Так, вот здесь. Ну, удались, удались. А, вот так вот удалять. Я уже и забыл, как удалять. Вот здесь. Они первые поедут далее. Штуги. Штуги это у немцев, это ударная основная мощь. Так, ну и поддержка. Heavy арточку нам надо. А подождите, офицер Кар Кюбель, робот. А, есть тоже такое даже. У них аэродромов нету. Нету. Бомбить так что, в принципе, здесь нечего. Но, чтобы арту разбить, тут сильно большая охрана. Короче, у арты стоит, вы видите. Огроменная охрана из зенита. Так что на самолетах мы туда никаким образом не сможем подобраться. А вот пушка. Или даже несколько. Все, в самый раз. Так, давайте мы начнем за пушку играть. Вот по скоплению, вот здесь лупанем. Огонь. Попадем? Да, попадание. Одно сразу же убийство мы делаем. Можно, смотрите, по арте ударить. Вот она где-то вот здесь, походу, стоит. Давайте попробуем. Арту нам надо вынести обязательно. Нет, это у нас зениточка. Это у нас зениточка, не туда. Нам надо арту вынести. Ну, походу, вот здесь она где-то стоит. Давайте, постреляем, может попадем. Вот, я вижу, правее, правее. Вот, вот, вот это вот, походу, фиговина, это у нас арта. Или чуть выше, которая. Давай, да-да-да, она. Есть, ровно в нее, все. А, или это зенитка была, вот, блин. Ладно, ладно, нормально. Это зенитка была, вот это 37К, 37-миллиметровая, я подумал, что это пушка. Туплю уже немножко. Вон пушка, левее, вот, вот здесь вот. Вот она, походу. Сейчас посмотрим, сейчас нарядник прилетит, и все, мы посмотрим. Непонятно, ну куда-то я, короче, попал. Вот, блин, вот здесь прорываются. Надо стрелять. Блин, левее, левее, БТшки, БТшки, вот это опасная хреновина. БТшки, может, и легенькие, там, слабенькие. Ох ты ж... Ни хрена себе, это что у нас здесь такое? Это что такое? На, попадание по одной БТшке. Давай, давай, давай сюда. По мне, блин, стреляют. Ну, стреляй. Так, еще минус одна. Все, меня вынесли. Ну, неплохо, неплохо мы за арточку поиграли. Так, давай-ка. Сейчас мы вот эти БТшки все вынесем. На, прям попадание в него, или в нее. Ну, в танк, или в БТшку. Я бы ты привык она называть. Так, он уже дымится. То есть там, в принципе, они, наверное, починились. Ну, экипаж, я имею в виду, люди внутри. Силы, не знаю, там равные, не равные. Надо вот это вынести, надо вот это вынести. Там есть артиллерия, надо ее вынести. Ну, шарта нам может все просто испоганить. Артиллерия, вот она. Вот она, сейчас мы ее уничтожим. Опасно, сложно, сложно. Но у нас более превосходящие пока что силы. Да, вынесли, все, топчик, все. Нет, давайте дальше мы за арту поиграем. Надо смотреть, что у нас тут по силам. Ну, естественно, королевские тигры, один штук живой. И по арте. Вот у нас, да, еще одна, да. Даже не... у нас тут много еще арты выжило. Очень много арты. Быстрее, пушка, пушка, где ты? Так... Окей, 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 давай попадай. Только ты ж стреляй не по... Ай, зачем ты стреляешь по этим зениткам? Ну, надо против... противотанковых пушек воевать. Их выбить. Минус одна. Ну, королевские тигры, я не знаю, ПТшки, ну, противотанковые пушки ПТ-орудия смогут уничтожить, пробить. Они там слабенькие, по-моему, какие-то стоят, а это королевские все-таки тигры, ну ничего. На всякий пожарным мы... Пожарный, перестрахуемся. Ай, блин, попал я в какой-то труп. Надо вот сюда выше взять. Ну все, прощай, орудие. Противотанковое. Умри. Минус. Ну и вот, последние две цели. Пока что уровни очень легенькие. Вот прям вообще.
Так, еще минус. Ну и последняя цель. Мы 9 убийств с этой пушки сделали. С предыдущей где-то убийств. Ну тоже там, может, 5 или даже больше сделали. Очень много мы сегодня на арте поиграли. Все готово. Германцы победили. Нацисты победили в этот раз. Второй уровень. Второй уровень. Второй фронт. Ага, American Invasion. Как она называется, забыл. Высадка союзников в Нормандии. Во. Какое там? 6 июня 1944 года. Да-да, именно оно. Поехали. Так, и вот наши американцы. Ох ты ж, ЕПРСТ, у них 4 аэродрома. Вы что, издеваетесь? 3 арты. Да еще и тяжелые, по-моему. Просто очень-очень много Чаффи. И Шерманы. Очень много. Еще и першинг. Ни хрена себе, сколько першингов. Еще и супер першинги есть. Вот супер першинги. Вот они. Это супер першинги, а вот обычные першинги. Но не видите, немножко вот, вот стоит сзади супер першинг. Вот этот вот. Вот этот. А вот это стоит у нас обычный першинг. Мощные танки. Ну, у нас 23 тысячи. Это будет мощная просто. Такая танковая битва. Начнем, естественно, мы с нашей самой ударной силы, самой-самой главной. Так, это с королевских тигров. Королевские тигры нужно выставить против першингов и суперпершингов. Вот здесь, да еще и побольше. Хотя нет, помню, я сильно их близко, да, выставил. Нужно вот так их повыставлять. Ладно, давайте вот так все-таки. Они там все равно поразъезжаются. Так, вот этого, ладно, очень близко. Вот, нормально. Так, и вот здесь еще. Также нам нужны штуги. Штуги это тоже будет ударная наша сила. Ну и панциры третьи. Еще нам надо оставить деньги на артиллерию. Панциры ударят по Чаффи. Чаффи очень их там много. Хотя да, они с фланга наши ударят по Чаффи. Да, все правильно, по Чаффикам. Так, и теперь у нас остаются деньги еще даже немножко на артиллерию. Думаю, 3 штуки, как обычно, хватит. Нам не хватает немножко денег. Сейчас ничего, мы тут все сделаем как надо. Так, одного королевского тигра давайте удалим. Во, у нас деньги как раз появились. Артиллерия это тоже нужная штука. 550. Угу. Все нормально. Даже давайте еще одного панцера второго. Как-нибудь вот так давайте попробуем. Может и получится победить. Но хотя я вообще не уверен. Огонь. На, сразу. Как они живые остались? Вот, блин, бронированные падлы. Так, это жесткое рубилово. На, еще попадание немножко. Самолеты гадские по нам стреляют. Так, ну там наши выносят. Тут по першингам надо лупануть. Снова нас с фланга обходят. Как бы это нам не стоило жизни. Ой, friendly fire, блин, мы своего завалили. Ну ладно, вот, вот этих давайте. Ой, блин, ну все ясно. Меня вынесла какая-то хреновина. Так, по флангам обходят. Королевский тигр все решит. О, хелк это. Так, сейчас мы вынесем, все вынесли, этого сейчас все, молодцы. Вот-вот-вот, еще какая-то хреновина едет. Вольверин, Росомаха. Все. А, все, мы ее остановили, нужно теперь добить. Добили. Вот здесь объезжают. А, я, короче, не могу двигаться. Вижу я там, вижу, едут. Ничего, королевские тигры все решат. Хоть и уже недостаточно сильно у нас покоцаны. Надо было зениточек повыставлять. Мы в окружении. И у нас меньшие силы, но более сильные. По-моему, у нас меньшие силы. Хотя это не точно. Я вообще не пойму, где танки, где самолеты. Вот реально, лучше бы маркерами нормально бы пообозначали. Ну ладно, это походу все были на все на сегодня танки. Да, остальное все это самолеты летают. Ну мы очень легко вынесли эту всю хреновину. Или подождите, не-не-не, что-то по мне еще стреляет.
Вот, вот, вижу, что-то там это... А, это, походу, артиллерия. Артиллерия по нам хреначит. А, все, мы не можем стрелять. Нам что-то там повредили. Да что ты по мне именно стреляешь? Вот, блин, кусок говнеца. Ясно. По мне, падла, хреначит. Промахнулся я. Вон, вижу, вижу, хэви арточку. Одну, сейчас я остановлюсь, по ней стрельну. Выше взял, выше, выше, вот она. Вот, вот, вот так вот как-то... Кто там врезался? Вот идиот. Я ж уже свелся нормально. Во, попадание, все. Вот это надо сейчас главное повыносить. Аэродромы надо выносить сдалека. Сейчас вынесут нам танчик. Так, попадание готово. Уже там все горит, дымится. Еще надо хотя бы одно сделать, успеть. Давай. Да, все, вынесли аэродром. Осматриваю, осматриваю. Ладно, успеваем еще стрельнуть. Так, еще попадание. Ну, мы все, победили. Да, вон там. Все, победа. Я думал, будет сложно, но мы побеждаем. Ладно, next. В принципе, это все. Мы сегодня мало того, что допрошли баганную советскую компанию, начали немецкую компанию, прошли в ней два уровня, достаточно, кстати, интересных, веселых, мне, в принципе, понравились. Вот. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мне реально очень понравилась немецкая компания. Много вы сегодня, да, дел сделали, прошли советскую компанию, допрошли с этим багом прошлой серии. Вот. Да, конечно, немножко он нам... Это, жизнь наладил. Ну, в кавычках, естественно. И германскую начали компанию. Ну, все хорошо пока что идет. Потом еще британская, не знаю, когда она откроется. Походу, когда вот эти все три пройдешь. Ну, здесь все пройдено. Здесь два уровня только. Точнее, ну да, третий только открылся. Третий только открылся. Подписывайтесь, ставьте лайки. На этом с вами прощаюсь. Если вы хотите больше Total Tank Simulator, ставьте лайки. Всем пока-пока.